Эх, друзья, какой же прекрасный, солнечный, теплый денечек в штате Дель-Пьеро. Вот так вот хочется просто вот так вот ходить, развести руками. Ну, правда, знаете, друзья, случилось вот маленькое ЧП. Вот притер крыло, бампер, вот видите, царапина. Но сегодня... Малиновый свет на утро. Здорово, пацаны, чё, как же тут? У меня там музыка долбит нормально, да? Да, басы проводят. Документики показываем. Опа. А чё? Документы. А Ярик, ты кем вообще стал-то за это? Документы. Подожди, тихо. Макс, ты кого привёл? Подожди, вот чё за... Это называется связался с плохой компанией. А братва-то переметнулась. Не, подожди, стоп. Ярик как бы был такой стильный пацан, свой в доску. Тут Макс пришёл. Документы, первое предупреждение. А поцелуйчик-то остался на щеке. Поцелуйчик-то остался. Это эхо прошлого. А откуда рюкзак Луи Виттон? Не положено. Ну-ка, покажи. Ты не положено. Он больше похож, на самом деле, не на вояку, он как будто спустился, это, альпинист. Все, вопросов нет. В общем, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Здорово, сладкий. Фреш, спасибо за комплимент сразу, вот, и Ярик Жужу. Ой. GTA 5 RP, сервер Дель Пьеро, и, в общем-то, в этот прекрасный солнечный день мы решили сделать с Яриком небольшое доброе дело для нашего вот этого вот человека. На пресс, Олег, ой. Вот, кстати, у него эта фишка, он реально бесит, он реально называет меня Олегом. Он реально меняет имена. Что это такое? Смотри на мой пресс. Посмотрите сюда. Так там пленка, там ничего нету. Там пленка. Похож? Сань, на пресс на мой смотри. Вот, ну видишь, давай. Пресс. Молодец. Хоть в игре раскачался, реально. Хоть в игре раскачался. Так, погнали ко мне домой, подождите. Короче, ребят, вышла обнова, добавили полноценный файвита, я специально даже... Домой или гараж? В гараж. Mm-hmm. Значит, смотрите, у меня так. вот такой скромненький автопарк. Так, помойка. Сань, мне говорить типа или не говорить? Нормальная машина, помойка. Ага, все понятно, так. А мне говорить, Сань, или нет? Давай, мне даже интересно, давай, пусть Макс спрашивает. Значит, это как-то немножечко по-бедненькому. Чего? Я вообще считаю, что у меня и так тут как бы... Вы чё? Не-не-не. Короче, ладно, всё, понятно. У меня гараж там прямо... С Максом Фрешем... А подожди, ты же в Форбсе, да, на Санрайзе или чё? Да. Но я там уже подупал, потому что я много денег куда-кое-куда вливал. С какого? С первого на второе место? Нет, я был первое, но где-то, наверное, 10-е, 12-е. О, какая беда. Короче, у меня есть автомобили несколько, от которых я хочу избавиться. Как раз я хочу затестить систему вот эту Файвита, и плюс ко всему еще. Ну вот это у меня была, она не едет, фу, нахуй. Кто? Кешки подъезжает? Я просто это самое. У Кешки подъезжает? Она не едет вообще. На нахуй. Подожди, это день. Эй, вы чё, А, я думал, ты меня... Я думал, Ярик меня хотел пиздить. Я уже думал, все, он переметнулся конкретно. Тихо, не-не-не-не-не. Да все, сейчас... Да сейчас ляжете тут, алло, тихо, все, хорош. Хорош! Успокойся. Ну ладно, все. Я сейчас охрану позову. У меня так-то особняк солидный, бля. У меня тут охрана наверху. Короче, я считаю, что вот это можно продать, потому что я даже не помню, при каких обстоятельствах у меня это появилось. Ярик, ты не помнишь? Точно, мы же когда... Да, точно. За кошки мы купили Тормеллу и поняли, что без сдаты. Да. Ну смотри, это как бы один в Питере такой продается, как бы, ну, черного цвета. Я знаю. Не, рам не трогаю. Е90, кстати, тоже, к слову, я не хочу продавать, потому что он прикольно смотрится вишневый, прям, ну, солидненько. Он дрифтит. Да, он еще дрифтит, поэтому я его не хочу продавать. Давай, все, пацаны, кайфуем. Да, почему? Знаешь, сколько эта банка стоит? Она стоит 10 миллионов. Че? Я просто сейчас просто его. Ладно, вот короче, выберу. Ярик, пойдем. Пойдем. Неадекватно. Выходи на улицу, короче, я беру. Вот, Альфа Ромео надо, короче, продать. Если что, у меня гараж, вы с другой стороны, сейчас я подъеду. Так, можно я впервые вообще открою Файвита и посмотрю, что там вообще происходит? Давай, так, давай, значит, иконочка Файвита. Да. Подожди. Как это работает? Подожди, давайте сначала разбираться. Сдам мусор, схемы, бакс, цена. Что это такое? Подожди, там... одежда, аксессуары. Нет, там графы слева есть. Подожди, а вы сказали, ребята, короче, ну, Макс уже просто успел заценить. Макс сказал, что теперь не нужно встречаться, да? То есть, чтобы продать или купить что-то. Ну, можно... ты сразу, типа, моментально покупаешь только... машину, да, моментально да. Берешь в аренду машину, все, короче. Да, у тебя бабки должны только быть на банке, не на руках. Нифига себе. Так, подожди, сначала дороже. Самая укороченная водолазка 10 лямов, а что ценность? Это какой-то бред. Нет, какой-то бред. Очки с откидным слоем. Вот это так и стоит, да. 9 лямов? Угу.
Ёбушки-воробушки. А, тут да, еще да, анализ рынка есть, смотрите. Тут, типа, можно смотреть. Вот это да, со временем будет, да. Да. Тоже фига. Прикольно. Не, ну это, кстати, удобно. Подожди, это чисто в теории. Можно будет, допустим, ну чисто в теории, какую-нибудь великую гоночку с фильтром по тачкам там до ляма. Да. Что-нибудь такое, да, можно будет придумать? Ну, да, чисто в теории. Смотри, и еще тут есть, надо выбирать, чтобы было не аукцион, а то вот, аукцион, да, там можно сказать, просто там промучиться два дня. Да. Подожди, ну, вот видишь, если, короче, есть просто если доллары, значит, ну, подается. А если этот, молоточек, короче? Да, молоточек. То это аукцион. А, ну вот да, по тачкам я просто смотрю, здесь только доллары, то, скорее всего, все. Да, тут сразу продаю, да. Так, вот молоток есть, Анус Сильви S15. Ну, да. Анис, ну я неправильно понял. Подожди, хорошо, а что надо сделать, чтобы выставить? Давай, вот, допустим, я хочу Альфа Ромео выставить. Новое объявление. Так, новое объявление. Это прям сейчас файл. Стой, 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 стой. Назад отъезжай, надо красивые фотки сделать. Давай. Надо фотки. А там можно фотки реально делать? Да. А-а-а! Поехали, 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 поехали. Где вы вообще? Вы на чем? Я в машине. У тебя в машине. А! Что? Бля! Я их ищу, я думаю, где они? Я тут что, один думаю? Так, ладно, погнали. Я вам стекло открою. Все, 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 все. Давай сейчас красивые фотки. Ну, типа на 5V то должно быть все красиво. Угу. Так, 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 так. Я знаю какую локацию. Я знаю, я знаю, я знаю. Ярик, ты понял? Мне одна локация очень нравится. Мы ее очень редко используем почему-то, но она реально очень красивая в штате. Сейчас, подождите, я должен вспомнить только. Просто GTA 5 недавно вышел. Я не понимаю, про что ты говоришь. Сейчас, 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 сейчас. Ну-ка, пляж? Мне интересно, Макс Фреш... Не, ну это банально, не. Макс Фреш, Андрей... а ты... Ой, Саня, я, да, что, я все знаю. Ты реально выучил уже карту? Просто GTA 5 ну, вот да, недавно вышло. Не, карту выучил, ну, точно, да. Олег. Вот Олег точно знает. Глеб? Какой? Кто? Олег. Какой а? Глеб? Мешкан? Вот да это локация, вот. Ну, охуенная локация. Все, а, моя машина, мои фотки. Все, тихо. Не, ну, стой, не глуши, нормально, не глуши. Блять, дверь, нахуй, ну пиздец, ну, сука. У меня есть ремнабор. Подожди, не, не, давай, стой, 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 как настоящий перекуп другой стороной, блять, надо было встать. Точно, другой стороной. Да дай руль, я паркану прям красиво сделаем. Давай, 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 давай. Не заглушил? Нет, нет, ну я же это сам. Смотри, просто вот так. Блять, педали перепутал, пизда. Я не ожидал такого. Вы реально не знали, сам разбивается? Сука. Бля, это реально смешно было. Самое главное неожиданно. Настолько прям? А ты можешь вернуться сюда, нет? Да, я вот подъезжаю. Рукой можно выбить? Да. Нет. А, да, нифига себе. Тихо-тихо-тихо. Блядь, только... Подожди. Ой, блядь. Второй раз. Все, пожалуйста, чини и ставь нормально, я тебя прошу. У меня больше нет ремнабора. Эй! Я снял это. Если ты умер? Да. Ладно, у меня больше нет ремнабора, все красиво. Брат. Ладно, допустим, ну типа по низу рынка будем продавать все равно, поэтому ну-ка. Файвита, так. Ярик, ну там делись это самое. Да. Так, давай с бернаутом сделаем. Давай с бернаутом, типа машина вообще, ну типа муха. Подтверди, подожди, подожди, фотографии. А, сначала фотографию нужно сделать. Да. Она же ликвид, ее она быстро уберется. Макс, подожди, 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 тихо, тихо, тихо. С бернаутом, фотография. Давай. Так, ух, ебать, тут фильтры какие. Давай. Да. Так, фото, enter. Есть. Так, подожди. Давай еще. Вот, сейчас выхлоп поймаю, давай. Блядь, не поймал, давай. Поймал, есть. Так, подожди. Хорош. Все, больше не нужно, на самом деле. Как там же морда он уже продавать, как морда уже не очень выглядит. Так, подожди, значит, дальше. Файвита опять. Блядь, что-то щелкнул. Новое это самое. Продажа транспорта. Джулия, подтвердить. Фотография. Ой-ой-ой, вот она одна тут. Подожди, это ебать, сейчас что будет? Так, выкуп. А сколько цена-то, бля, мы не посмотрели? Так ты проанализируй рынок. Пиздец. А сколько у нее госка-то вообще? Бля, я уже фотку залил. Подожди, ладно, хорошо, транспорт. Классить платинум. Фильтр, сортировать фильтр, фильтр. А как посмотреть-то, подожди? Тут нельзя название, название, название ее вбей просто. Джулия, а я не помню, как пишется. Там не Джулия, там это по-другому. Да, там по-другому как-то. Джулия, есть. 1 950 000 цена выкупа вот висит. А то 1 950 000? Да, одна. По ну, оверу продавай за 2.3, за 2.5. Не-не-не, у меня по низу рынка. Я как бы это, не борзею. За доллар? Ну не за доллар, что уж. Бля, я бы купил бы, но у меня слотов нету, у меня места нет. Тихо-тихо, цена за штуку. Давай так, если 1 600 000. Вообще не жалко. Не жалко. Ну это жестко по низу сейчас. Думаешь, реально. Ну нормально, цена что? Пацаны, забирайте лайбу. Забирайте лайбу и кайфуйте. И кайфуйте. Так, все, отлично. А, рынок. А, вот рынок что тут есть, я дурак, блядь. 1 000 000. Ой, это вообще низ рынка будет. Она же должна быстро да. Подожди, она должна быстро уйти, да. Заебись, подтвердить. Просто она еще ликвид. Срок подачи. А, давай на. На один день тебя сразу заберу. Ну да, мне тоже кажется. Один день опубликовать. О, я вижу, вон, а лям 600.
Подожди, а как теперь... У нас проблема, у нас машины нету. Просто в транспорт зайди, лям 600, вот так. Она. Ну я вижу, да, а как теперь понять, что... Да, у нас машины нет, это проблема. Подожди, а как я понять теперь... Вызвал. Как понять теперь, там что... Фот... Там фотка, где ты в осечку, я долблю. Ну там вообще... Ну бля, ну... 5 вита. Моя... Вот это транспорт, зайдите, она в самом верху. Бля, кайф, слушай, вообще можно так это... Это реально удобно теперь. Ну-ка, подожди, и чё, а как понять, когда продастся? Анализ рынка уже есть на неё. А, тебе смс-ка придётся. А, всё купилось, походу. Реально? Да. А на банк бабки пажи, да? Да, на банк, на банк. Ну-ка. Бля, я какую-то хуйню открыл, собеседование. Так, подожди, сообщение. На товар повезли... О-о-о! Ушла рыба! Бля, так это же прикол! Это же прикольно для перекупов, теперь можно вообще... Да, это прям удобно для перекупов. Пацаны! Для аренды удобно, для аренды своих тачек удобно. А, и для аренды, да, раньше. Ты можешь, кстати, свои тачки в аренду сейчас сдать по приколу за там, за 10 долларов. Блин, ребят, кто хочет такой праздник, напишите, сделаем, реально. Давай, подожди, теперь вопрос другой. Что купить Максу? И где машина появится? Вопрос другой, на чем мы поедем? Машина появится в гараже точно? Ага. А, поедем такси, такси вызову уже, подожди. Подожди, а как подойти? Он снизу. Знаете, что я могу сказать? Макс, он предпочтение. Он... Где он? Где он? Он на заправке. Что? Такси снизу? Блин, какой пиздец, а ну. Фрешер злобный какой. А там такси приехал. Ну пусть подбирается. Он живой? Ну привет, блядь, там мои друзья, вот они сейчас сверху спустятся. Наверх едь, а не наверху. Фрэш, а ты живой? Нет, я... Да, да, живой. С 30-го этажа упал или с какого. Ты? А меня за что? А там пацан к вам едет. Пожалуйста, скиньте его кто-нибудь, пожалуйста, пожалуйста. Сань, давай. Саня, ты охренел? Ты его скинул или убил? Убил, случайно. Хорош! Я случайно, случайно, честно. Слушай, а как-то могу так скинуть тебя? Я медиков ждал. Сань, я все что угодно ожидал, но не от тебя. Я тебя двигаю? Да бля, это Фрэш влияет так, пиздец. Я вообще сразу я. Я тебя двигаю, нет? Двигаешь, двигаешь, двигаешь. Подожди, ну-ка. А можно тебя скинуть как-то? Не, это реально фреш, это слишком уже. Ну это прям. Что я опять сделал? А, он ты влияешь, плохо, понимаешь? Он приколочен гвоздями, походу. Нет, ты его подними просто. Пускай он согласится на поднятие, ты подойди к краю и F нажми, ты его скинешь. Предложить. Лайфхаки. Ты че? А он не примет, он услышал. Да, у нас тут это самое... Помоги, он живодер! Не-не, не верь ему, не верь ему. Так, слушай, на самом деле мы тебе хотим предложение сделать. Нам нужна машина сейчас на какое-то время. Вот. Ты сможешь нас покатать? Мы тебе, давай, десятку заплатим просто. О, хорош! Давайте, чё мне? Так, слушай, а надо, чтобы он вышел уже из машины, да, получается? Ну да. Сейчас что, медиков ждем или как? Ну да, сейчас подождем, этого починим, того, кто снизу починим. Давай, это, выйдете, десятку сразу дам. И он релогнится. Так, подожди, значит, бля, я все время обмен. Чисто чел заработал. Не, ну личный водитель должен его уважаемо получать, я считаю, поэтому как бы... А медики приедут? Походу нет, мы тоже не приняли. Не приняли? Нет. Бля, как, может тогда за этим сгонять? За... Давай, да, он личный водитель. За аптечкой, да. А давай за аптечкой сгоняем? За аптечкой? До Магаза, да, потому что медики что-то не принимают. Так, а пока помониторим Фавита. Значит, бля, у нас максимально... Да, не можешь, ну, круто, мы не можем телефон взять. А, ну так вот, да. Значит, какие предположения есть вообще у вас? Предпочтения, Максимка? А, ну смотри, я бы хотел здесь Шкоду Йети, как бы. Но она появится позже, наверное, надеюсь, когда-нибудь. А что, такая тачка есть, а что такая дешевая? Я думал, она дороже стоит. Ну что? Бля, может бы не сказать? Ярик. Да ну, я ему не говорил, да зачем он говорит? Зачем вообще говорить? Я можно я сам выберу? Нет, бля, Сань, вот это... Сань, я хочу выбрать, смотри, Bugatti Veyron и на тюнинг еще 18 миллионов. Я сделаю самый быстрый Bugatti Veyron. Угу. Чел чисто как бы живет в своем мире. Ну да, нет, так, в смысле, смотри, я приехал в штат, у меня тут друзья просто авторитеты. Катаются по Peugeot, да? И так далее. Да, да, за мной живет. Катаются на крутых, бля, тачках, а я чем хуже? Так, подожди, за верхним едут, за нижним, да, получается, да? Угу. Макс, тебя чинить? Да. Давай, который снизу лечь. Ой, фу, блин, который лежит снизу, потому что лечу? Сверху там вроде лечь. Хорошая штука. Сейчас приедет. Бля, лечи, не лечи, бля, я, короче, хочу, бля. Нормальную машину подбери, бля. Бля, мне что-то нравится Favita, бля. Хорошее приложение. Блин, может, бля, это купить ему реально и не слушать его предпочтения. Вот что Макс любит, реально. Он любит всякую хуйню. Да, он любит всякую такую. Бля, пожалуйста, только не надо СРТ здесь покупать, бля. Да тут на самом деле, кстати, машин не так уж и. А, нет, подожди, груди еще. Вот, ну, пожалуйста, подожди, знаешь, машина, давай сразу платину поставим. Вот ну, сразу, Саня, я тебе говорю. Да ё-моё!
О, так, не сейчас. Надо покупать чирокез, вы не надо покупать 350Z. Чем как... тебе не нравится чирокез, я не понимаю. Вылечить, ну, потому что это все мне дарили. Ну, Саня не дарил, вот. Ой, Олег, ты где? Ой, Саня, ты где-то внизу это делаешь. Блять, сейчас еще. Он слишком большой. Покушай, у тебя настроение плохое, ты из-за этого не можешь меня вылечить. Нормальное настроение, не пизди, блядь. Сколько? Нажми инвентарь, слева будет написано, сколько. Не учи меня, нормально, 37. О, ну, это мало. Вот, все, овощной смузи сейчас наебнул. На здоровом питании. И еще. Сейчас, подожди, еще ебну. Все. Хорош. Так, значит, теперь получится, думаешь, да? У меня последний. Да. А, тебя снова приехали? О, что? Блядь. Скажи, что сверху. Откуда он здесь? Это моё, блядь. Скажи, что он сверху. А я потратился. У меня получилось. Да скажи им уже сверху. Мужик, там еще сверху, вот в этом. Да, там еще сверху. Он уехал. Я вообще не видел. Ну что, погнали наверх? Не, подожди, он за мной едет, наверное. Поехали, поехали. Поехали наверх. Бля, прикольно у нас личный водитель пиздатый свой. Реально. Так, ты короче, еще раз, файл другую машину. Подожди, подожди, транспорт. Платинум. Так, блядь. Слушай, ну надо ему что-то такое блядское, мне кажется. Ну, пожалуйста, не надо было. Такое, да. Друзья, что ему нравится, не знаю. Ему чуть-чуть. Алло, я лучше. Как бы тут. Какие машины? Ему что летит? Как думаешь? Брат, помоги, спаси! Какие машины ему нравятся, скажи? Блять, да я с вами, можете спросить. Ну. Спасибо. Какие машины ему нравятся? Нормально, Сань? А Сань, тут просто Джулию, которую ты продал за лям 600, уже выставили за лям 900. Реально? Да. Бля, да что за хуйня это? Перекупы не дремлют. Хуёвый ты перекуп, Саня. Да не, подожди. Ярик на ходу? А погнали, где тачку, короче, в этот загружается, ну, короче, кентухи привозят вот это вот, ну, вот это штрафстоянка. Я сейчас забыл слово. А зачем штрафстоянка? Я свою загружу лайбу и продам. Хочешь? Ну да, если ты мне машину купишь, на самом деле, на самом деле, Ярик, как тебе показать? Мне кажется, а вот скинь куда-нибудь мне. А вот подожди, мне кажется, либо можно на мой вкус довериться. Я могу тут сейчас... Только на свой? Ну да. Не, ну да, общее дело, Саня, общее. Не, подожди, но мне кажется... Можно на мой как бы, ну типа, ну потом. Ну ты ничего не сказал, какие у тебя машины на Санрайзе, давай так. На Санрайзе у меня одни эксклюзивы, Vision 6 получается, потом Римок вот этот. Будет сложно, да, Ярик? Тайкан есть, которого здесь вы навряд ли увидите. Не, ну тут можно потом, как бы... Потом Бугатти этот, который, как он там, ну вот этот, Атлантик, во. Бля, я не знаю, тут фотки нет, но вот я думаю, может вот так вот, типа эта тачка ассоциируется вот с ним реально. Ну, тут как бы ему она подойдет, по крайней мере, сейчас он, я он, как, он какой-нибудь старый эволюшн, да, на меня? Я не знаю, что вот это вообще. Я не знаю, по цене тут, как бы рынка нет, но вот смотри, я тебе фоточку отправил. Вот это, ну, Сань, прям... тут, короче, вот есть Пегаси Белиста 22 года, 10500. Что думаешь? Еще и смотри, неизвестно, что там. А смотри номер объявления этого. А, ебать, это знак. Какой? Надо брать. Че, брать? Как будто можно, но. А, тест-драйв можно сделать, что? Да. А как? Да я не знаю, как сделать. Нажать? Слушай, спасибо, будто... спасибо. Нажать? Я выйду. Вы должны быть около платинового салона, чтобы пробовать транспортное средство. Понял. А-а-а. Я покупаю, Ярик, и все. Думаешь? Да? Ну, блядь, просто. Ну давай. Похуй? Или может быть. Там еще есть этот самый, ну, блядь, на, такой. Может быть, вот если вот такое, то не лучше будет, хотя, ну, наверное, не так. Сейчас, я кажется, знаю, о чем ты сейчас. Ну, вот я вот такого вот, тебе. Интересно, мы одинаково размышляем? Ну-ка. Не, ну... А погнали как Клипстаун? Не, не то, да? Вот это прям его, вот это прям ему сесть и, блядь, встать. Как Клипстаун. А может быть, тогда вот это вот? Я купил. Сейчас. Понятно. Ну, что ты там купил? А цена нормальная, Ярик? Сколько у него госка-то? А ты не... Я не посмотрел, я просто увидел, как бы я поверил. Там... Тихо, не говори. Это вроде... Нормально? По-моему, да хуя, конечно, нормально. Бля, сколько... Заебись. Бля. Так, подожди, куда едем? К дому, к моему? Да к дому, да. Ща, вот сюда. Киньте ему метку. Вот сюда нам, и все, и мы тебя отпускаем. Так, вот он заложник, как у нас был. Отпускаем. Макс, давай три предположения, три. Вот тачка, которая в моем понимании, учитывая, что ты любишь... прям этот самый, ну как его? Ну такой, короче, ну такой, это выебон, да, выебываться там. Цена, ну, чисто так. За сколько ты ее купил? Не скажу. Ну, давай, как думаешь, ну, за сколько? Давай, как думаешь? Это твоя первая. Скажите ее госку, я же не догадаюсь. Я не знаю госку. Я просто поверил объявлению. Там фотографии даже, я даже не знаю цвета, блять, я не знаю. Пробег 8000. 8000 пробег. Ой, блять, удрочка. Банан, CLS какой-нибудь.
Ярик, ну, видишь, он нас не уважает, мне кажется. Не уважает. Цена, давай так, цена. Цена, я думаю, не больше 5, тебе жалко будет на меня денег тратить. Ну в этом есть доля правды. В этом есть доля правды, да. Опа! Вот это, кстати, сейчас было дорого. Это было дорого сейчас. Супра в нынешнее время стоит денег. Так, я, получается, его выгоняю, давайте. А, давай, подожди, стоп! Макс, стой около входа в дом. Мне кажется, сейчас охуешь. Мне кажется, там что-то будет вообще пиздец, хоть либо цвет, либо сумму. Мне вот я тоже. О, моя лапочка. Спасибо, брат, давай, удачи тебе. Спасибо, давай, удачки. А, стой, Макс, стой тут. Ярик, пойдем. Давай. Мы сюда подъедем сейчас, подожди. Уйди, Макс. Все, гараж. Так, подожди. Ну-ка. Я пошел уже лайба продал. И нет. Эвакуируй, Лёш. Сейчас, подожди, да я понял уже сейчас. Готов? Номера знаешь какие? Ну. 450. Нормально число? Давай. А где она? О боже. Нажми, найти. Ну, бля, это мне надо говорить, что она в этом сам, в... Подожди. Автосалоне. У тебя же квартира есть. Блядь. Да, у меня квартира еще есть, подожди. Бля, значит там. Найти. Боже. Машина находится в гараже. Значит, не... Ты нажми, там же можно изменить гараж. Да сейчас, подожди. Так, да, она в квартире. Ну, ё-го-горёк. Подожди. А, блядь, надо перезайти, она так не появится, мне Кирюша говорил. Чум. Не до... Чё? Типа ты меняешь, что она здесь? А, там сохранить надо же, подожди, сейчас подожди, попробую. Сейчас. Ну? Подожди, да тихо. Не кричи. Чё кричишь? Так, сохранить. Да подожди, готов? Ну? Где? О, симпатяга! Ну, не, прикольно. Цвет хороший. Ей идет вообще, ну, однозначно. Ебать! Подожди, ты садись ко мне-то, блядь. А, я не могу. А, ты не можешь так? Так, Максов, не заходи в этот, назад, не ходи. Да, я за углом. Блядь, она вообще солидно, солидон. Ну, да. В принципе, она будет хуже. Так, а что, мне подъезжать? Давай. А где, ты где стоишь-то? Подожди. Я вижу, если что, увижу, давай, пускай едет. Подожди, стой. Я сейчас заеду. Где стоишь-то? Да я выехал сзади, у меня эта хуйня. Да фреш-то где? Да где надо, я стою, Ярик, отстань. Подожди. Стой. Она хоть ФТ? Да. ГОС-5. Ой, блядь, я знаю, что это. Кто мразь? Я знаю, что это, походу, это Хуракан, Ламба. Тихо, пусть молчит лучше. Наивный какой-то. У меня столько ГОСК, алё, блядь. Так, еду, готовы? Бля, со льдом. Я не знаю, где он. А где он? Боже мой, блядь. Чего? Ты где, во-первых? Как выйти? Да я тут за углом был. Где? Вот на кустах, вот слева, вот. А, вон он, блядь. Не понравился? Чё, тебе не нравится? И машину... Ярик, садись, пизду, блядь, садись, поехали. Да дайте мне! Всё, поехали, блядь, ясно, реакции ноль просто. Чел, блядь, ну цвет мне нравится, машина. Охуенный цвет, он идёт ей. Да, нет. Вот, все, не ценишь подарки, все, Макс. Ярик, на тебя переформляем. Ярик, на тебя переформляем, все. Давай. Я в аренду, Саня, тебе потом проценты нормально. Давай, да, заработаем. Пусть там сам на чебуреке катается, бля, пиздец. Просто ноль реакции, бля. Я услил. А ну вот, тем более, бля, ходи пешком. Ну все, пешочком и все. Я в целом, короче. Тебе не нравится цвет? Да. Блять, охуенный цвет, он. Очень, вообще ну, он не банальный. Я первый раз я вижу, что машина была красивая. Да. Буковая вот такая вот. Она не колхозная. Я характеристики сначала смотрю у машины. А вы где, вы можете меня забрать? Ладно, ясно, характеристика дрочер. И что? Ой, я бэху семерку угнал, я поехал. Где? Бля, ну у них стенцевая такая. Вон, вот, ты что, реально угнал тачку? Да. Смотри, просто вот так бомбочку вам на стиле. Бля, ебать он вор. Ебать он хам, блядь. Он хам и вор. Просто чисто это самое. Бля, цвет охуеть. Я могу себе оставить, реально, она мне... О, бля, семерка. Да, конечно. Блин, это самое, я не знаю почему, это... Дай покататься. Еще какой-нибудь цвет шампань бы был бы. Да сейчас я тебя... Вот, я сейчас сделаю, дай я сейчас запинюю. Можно мне тоже, пожалуйста? Дай. Да, конечно. А где фреш? Нет, да, я... Вот, я прибежал. Открой багажник, Сань. Сейчас, подожди. Со времен... Надеюсь, Сань, смотри, я сейчас поеду в Сингу. Я застрял на мотоцикле. У тебя бензин закончился. А, ну это где-то 17-й год, наверное, да, получается? Ну, может, да, может, еще раньше. А помнишь момент, когда ты на мотике ехал, там, короче, семья стояла? Да, но это уже лет 10 назад было уже. Да, тоже видел это видео, прям стрёмненько было.
очень стрёмно, я испугался. А я помню, я смотрю с первых серий про вот эту тётю Люсю, про героев Гим. Короче, вы прям давненько, да? Уже. Да. Олды. Угу. Короче, у нас тут это, вот Фрешу сделали подарок, а он не оценил, что скажете? Как можно не оценить? Он просто ноль реакции. Да он зажрался. Ну реально, он там у себя на штате Sunrise, он там, бля, шикует, Форбсе, а вот для него Бентли уже ничего не значит. Чё, Макс, молчишь? Да почему, значит, значит, я сказал просто цвет поменять, да и все. Офигенный цвет! Давай. Нормальный цвет, да. Офигенный цвет! А, не, подожди, хорошо. Открой багажник. Пацаны, вот цвет вам нравится? Да, прикольно. Скажите мне, скажите мне, он реально смотрит. Да, мне скажите, блядь, я в багажник заглянул, подожди. Может быть, похоже. Открыть багажник, открыл. Охуенно богато смотрится, блядь. Как может не нравится такое, не понимаю. Все, поехали, я готов. Поехали. Давайте, пацаны, удачи, мы помчали. Да, давайте, пацаны, давай, удачи. Бля, блядь, он идеальный! Ну, под нее реально идеально. Прям реально идеально. Мне в принципе не нравится Бентли в этом кузове, но вот, сука, он в этом прям цвете. Я вообще ожидал увидеть, как будто в реальной жизни. Вот прям такое даже, да, реально, прям в реальной жизни даже прикольно смотрелось. Лучше бы лимузин подарил, реально. Не было бы еще какой-нибудь, знаешь, какой-нибудь эскалайт, что-то шампань бы. И вообще идеальный набор. Ну, кстати, да, шампань. Шампань это такое бежевато. Ну, чемпионский. Ты хочешь прикрасить вот, нет, его? Подожди, стой, дай, выйди, меня... блядь, дай я тебе его подарю. Нет, я в этом не тюнингуюсь. Почему? Чего такой сразу? Да, я в красивом тюнингуюсь. Ты только в Бенни? А да, там просто красиво там. Мне Бенни очень нравится. Почему? Мне тоже Бенни, там слишком цитаты все. Сам пиздатый, это который, в который никто не ездит, снизу города. Вот, да, и там ценники маленькие, поэтому мы едем туда. Блядь, ты сначала, может, машину заберешь? Хочешь? Ну там отдашь, а как ехать, я забыл. Блядь, ты ж карту знаешь. Да. Я просто не выучил еще GTA, недавно вышла пятерка. Тогда она вообще новая, типа сколько и месяц, блядь, это пиздец. Не месяц. А уже сервера такой сколько реально, сколько реально прошло? О, свежак, свежак. Алло, кто это? Алло, кто это? Алло. Ой, а что это, я на запись попал? А что это ты, Мешкан? А, не, подожди, стой. Мешканчик, чисто оцени вот по 10-бальной шкале степень охуевания Фреша. Смотри, мы ему... Подожди, стой. Подожди, смотри, мы сейчас ему подобрали на 5 Vita тачку. Знаешь, что купили? Так. Ну, что купили? Continental GT на полном тюне, серебристого, охуенного цвета, серо-голубого. И он, блядь, ноль реакции просто. Он ее утопил. А он просто ворочает. Пошел нахуй мне отдайте. Я тут визжать как сучка буду, блядь. Он утопил, блядь, ее только что. Прикинь, только что заснято все нахуй. Да вы ж мешканул реально? Жаль, Мишка, ну там. Да я шучу, я приколоться решил с Мишаюнку. Приколелся, блядь, так что утопил, блядь. Сань, слышишь? Слышишь? На коленке встаю за Бэйк. Сейчас сам стану. Мишкан, я тебе реально, ну, это самое. Подожди, а мы должны быть около машины, чтобы продать ее, блядь. Короче, мне судьба, но не нужна ей машина. Это нужна! Не, ну уже некрасиво будет. Я просто пацан, нужна. Как бы. Я пацан просто. Ну, молодой? А ну. Сань, за сколько ты ее купил? Неважно, иди сюда. Нет, скажи ты. Да я тебе продам утопленника, подожди, иди сюда. Я предлагаю ёбнуть его и все, пусть в больнице там отвечает. А уже было. Было уже. Было. Так, продать, ваша цена, да похуй. 100. Тысяч, блядь, это блин. Обман. Не обман, это, к сожалению, блядь, друг. Это называется друг, блядь. Подарок, нахуй. А, уже это друг. Продать. 1000. Ладно, 10 тысяч давай заплатить. Доллар. Да дорого, доллар. Берешь? А за сколько ты ее купил? Ну, ваша последняя сделка, однако, подозрительная. Если по итогу данной сделки вы были обмануты, подайте жалобу на игрока, соответственно. Он скамер! Скажи, ты купил? На Петровчике-то скамер. Ты забрал? Да. Пиздец, то есть меня перед фактом поставили, что скорее всего меня наебали, но если что, там как бы... За сколько ты ее купил, скажи, пожалуйста? Ну как думаешь? Ну если сказал по оверу 6, 500? 4 500. А, ну более-менее, ну типа все равно... Мне тоже кажется нормально. Просто она не ликвид, но как бы нормально. Не знаю, мне прям зашло, она едет неплохо на ФТ. А на чем домой поедем? Это уже совершенно другая история. Друзья, на этом серия подходит к концу. Огромное спасибо за просмотр. В общем-то, Макс теперь на Дель Пьеро может рассекать на Бентли. Так что, если вы видите, реально крутой Бентли. А дом подаришь еще? Огромное спасибо за просмотр. Ясно. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.